Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы вам представить обзор модели Су-76М от компании MiniArt в 35-м масштабе. Номер модели 35143. Так, первое, что мы видим, это красочный бокс-арт. Тут у нас указано, нарисован окраска, что наборные треки и что у нас идет в наборе фигуры. Фигуры у нас идут в зимнем обмундировании. Так, смотрим. Коробки у нас один пакет. Это у меня точеный ствол на данную модель. Инструкция. Так. Смотрим. Начнем обзор с инструкции. Так, у нас инструкция дана в виде журнала черно-белого. На первой странице у нас даны фото, сканы литников, какие детали не используются. Предлагают нам начать сборку данной модели с орудия. Дальше пошла сборка нижней части корпуса. Далее также сборка еще нижней части корпуса. И тут пошла уже сборка корпуса, самой рубки. Тут у нас еще показана сборка гусеницы. Гусеница у нас наборная. В наборе у меня приобретал специально. Далее установка орудия на снаряды, установка снарядов, и дальше пошла сборка рубки всей. Вот и итоговое фото получается модели. Далее у нас дан один лист. Вот такой вот он цветной. Это варианты у нас декали. Какие даны у нас декали для данной модели. И варианты окраса получается. Ну, окрас у нее один был. Так, варианты у нас даны на 44-й год Восточная Пруссия. 45-й год неизвестное подразделение Восточная Пруссия. Так, 45-й год Польша. Далее у нас даны декали на 44-й год Польша, 44-й год Белорусский фронт. И у нас даны окраска фигурок. Также здесь у нас указаны номера цветов. Цвета у нас указаны в палитре Валеха, Тами, Ревел. Ну, очень классно, что в множестве здесь указано цветов. Далее у нас идет один пакет с литниками. Так, да. Так, пакет запальник. Будем так скрывать. Аккуратненько достаем. Ну, начнем обзор с гусениц с наборных. Я не буду доставать каждую гусеницу, так расскажу вам. То есть на траках, так как я вижу, все чистенько. То есть у нас тут наборная гусеница будет полностью, облоя, чего-либо другого нету, все хорошо. Траки пролиты очень качественно. Далее у нас нижняя часть корпуса, следы толкателя у нас внутри.
Далее у нас литник с катками и с люками. Два люка. На деталях, которые используются для модели, обоя не вижу. Тут есть на самом, получается, литнике обои, но на деталях все чисто. Далее еще один у нас литник, также с катками. Тут также все прекрасно. Далее у нас литник. Смотрим, что на некоторых деталях есть обои. Вот тут на мелких деталях есть обои. Так. На самом литнике, но это не важно. Далее. Недоливов не вижу. Но обои здесь есть на мелких деталях. Очень много. Далее у нас еще один литник непосредственно сломанный трос сломался, но ничего, новый скрутим. Так, тут у нас все хорошо на мелких деталях. Тут на данном литнике на мелких деталях обоя нет. Тут все замечательно. Далее у нас идут два литника, это с фигурками. Так, что могу сказать про фигурки? Есть небольшой стык пресс-формы и совсем чуть-чуть обоя. Ну, руки они тут прям как единое целое, все слито, все пальцы. Не очень хорошо прилиты руки. И еще один у нас литник. Тут у нас есть и облой, и стыки пресс-форм. Вот. Далее у нас получается в пакете декали и литники с прозрачными деталями. Ну вот и все. Хотел бы закончить обзор данной модели. Модели фирмы Су-76М от компании Mini-Art. Ну, на данной модели присутствует и обои, и небольшие стыки пресс-форм, но они не составят каких-либо проблем, не доставят. Поэтому модель достаточно хорошего качества. Всем спасибо за внимание. Ожидайте наших следующих обзоров.